Коллеги, всех приветствую! Сегодня мы с вами разберем, что же такое обращенное имущество. До 2022 года все обращенное имущество у нас реализовывалось в приватизации. И брокерам для того, чтобы разобраться в способах реализации, да, то есть и как что проходит, требовалось достаточно много времени, потому что все было максимально запутано. Сейчас это все нам разъединили, разделили, и теперь более-менее понятно законодательство. Итак, тема нашего занятия – обращенное имущество. Давайте с вами узнаем, да, то есть какое имущество продается в обращенном имуществе, сокращенно между собой мы его называем обращенка или конфискат. Не путать с имуществом от приставов, потому что это совершенно другое имущество, оно реализуется на основании другого закона. Да, то есть сокращенно обращенка мы его называем. Итак, какое имущество мы можем встретить? И, во-первых, это задержанные таможенными органами товары. То есть это имущество мы можем встретить в данных торгах. Конфискованный или изъятый автомобильный транспорт. Морские судна и судна внутреннего водного плавания. Морские судна и судно водного плавания у нас повтор. Потом движимое имущество, за исключением акций, долей в уставных складочных капиталах, хозяйственных веществ. Конфискованное и изъятое имущество. Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Имущество, поступившее в собственность Российской Федерации в порядке наследования. То есть здесь говорится, если кто-то наследство не принял, то в этом случае оно отходит государству. Переданные в собственность клады РФ, да, то есть клады, которые находят, они также обращаются в государственную собственность. Вещественные доказательства, которые переданы на реализацию по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом. Чтобы было понимание, к примеру, это чиновник берет взятку, да, и в этом случае, ну, или, например, ездит на автомобиле, где нашли у него взятку, вот этот автомобиль будет конфискован и проходить по уголовному делу. Его автомобиль будет в последующем реализовываться на торгах. И изъятых вещами, орудия, совершения предмета административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче. То есть, говоря простыми словами, обращенное имущество – это имущество, которое передали государству либо добровольно, либо принудительно. И государство обратило это в свою собственность. То есть, получается, это государственная собственность, но конфискованная участников. Да? То есть, скажем так, это выглядит, чтобы было понятно. Это имущество всегда самое интересное, оно привлекает всегда больше всего внимания всех, но так как это конфискованное имущество, чаще всего это имущество без документов каких-либо. И если мы говорим про автомобили, то восстановить автомобили, документы будет, ну, максимально сложно. Либо если автомобиль не растаможен, то растаможку будет пройти тоже крайне сложно. Итак, давайте посмотрим на практике, где мы найдем такое имущество. Переходим на сайт argigov.ru. Так. Переходим на сайт argigov.ru. Кликаем торги. Как вы понимаете, категории здесь могут быть абсолютно все, да, то есть нас они не интересуют. Спускаемся немножко вниз. И что мы здесь видим? Да, то есть у нас есть реализация, обращенная в собственность государства. Обращенка. Это то, что нам необходимо. Кликаем по ней, и нам здесь автоматически также интерфейс меняет. Все то же самое можем выбрать в регион и можем выбрать форму проведения. Здесь у нас форма проведения идет. Это электронный аукцион, это прямая продажа и это может быть просто аукцион. Хотя как бы прописано, что в электронной форме, но в любом случае может быть просто аукцион. И также, если мы выбираем параметры лота, опубликован, прием заявок. Абсолютно все то же самое. Да, то есть теперь давайте разбираться, на основании каких законов у нас все это работает. То есть где обращенное имущество находит, я вам только что показала, как его найти. Теперь давайте разберемся с законами, на основании каких законов. У нас мы будем участвовать, да, то есть в этих торгах и реализуется на основании
Постановление правительства Российской Федерации номер 1041 от 30.09.2015 о реализации имущества, обращенного в государственную собственность. Это именно это постановление, на основании которого мы будем смотреть, как у нас реализуется. И нам понадобится постановление правительства Российской Федерации 2019 года номер 1238 о распоряжении имуществом, обращенным в государственную собственность. То есть это два постановления, с которыми мы будем работать, которые нам понадобятся, если вам необходимо будет работать с обращенным имуществом, если вы сфокусируете себя только на нем, да, то есть в зависимости от того, где и как вы будете работать. Итак, какие у нас есть способы реализации, да, то есть я вам показала, что у нас есть просто аукцион, электронный аукцион, да, то есть хотя в документации, хотя в законе у нас прописано в постановлении, что он электронный должен быть, но в любом случае, да, то есть мы его не убираем, и также у нас есть прямая продажа. Что такое аукцион, да, то есть что такое аукцион, ну, вы уже, в принципе, все знаете, здесь объяснять вам сильно не надо. Аукцион — это когда есть начальная цена фиксированная, и путем вот поднятия карточек мы торгуемся, побеждая тот, кто предложит максимальную цену. Участвовать здесь могут абсолютно любые лица, то есть здесь абсолютно никаких ограничений по участию нет. И есть прямая продажа. Да, то есть прямая продажа, единственная, где есть прямая продажа, это обращенное имущество. Что такое прямая продажа? Прямая продажа — это тот, кто первый подал заявку на участие. Да, то есть это опубликовали извещение. Мы подготовили заявку, подали ее. Вот тот, кто первым подал, тот и забирает данное имущество. Забирает он по начальной цене, да, то есть вот какая есть начальная цена, абсолютно по такой же цене человек и забирает. Кто первый подал, тот и является победителем на основании постановления правительства Российской Федерации номер 1041. Запомните это. И, кстати, будет вашим домашним заданием также поучаствовать в прямой продаже. Да, то есть и еще такой важный момент. То есть аукцион у нас в какой момент происходит, да, то есть аукцион, когда у нас реализуется имущество свыше 10 тысяч рублей, все это реализуется на аукционе, когда до 10 тысяч рублей, включая 10 тысяч рублей, это только посредством прямой продажи. Прямая продажа, еще раз, кто первый, тот и победитель. Аукцион — это на повышение цены. Я думаю, что это понятно. Теперь давайте разберем особенности продаж, да, то есть каждого из видов имущества. Итак, реализация имущества – это оценочная стоимость, да, то есть в любом случае, когда имущество конфискуется и любое другое имущество, у нас реализуется на основании оценочной деятельности. Оценка может быть намного выше и намного ниже, то есть здесь тоже важно понимать. И реализация имущества, да, то есть все, что свыше 10 тысяч рублей, осуществляется проведением аукциона и в электронной форме. Но бывали такие случаи, еще раз говорю, когда и офлайн-торги у нас проходили. Дальше. Реализация имущества, которого осуществляется до 10 тысяч рублей, да, то есть, ну, 10 и менее тысяч рублей, осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации первым, то есть посредством прямой продажи. И чтобы вам еще раз было понятно, да, то есть то, что до 10 тысяч рублей, то есть только прямая продажа, все, что более 10 тысяч рублей, только в форме аукциона. Кстати, в вашей табличке помогашки вам это нужно будет записать. Дальше. А как у нас проходит аукцион? С одной стороны, у нас никаких таких особых изменений нет, да, то есть аукцион проходит абсолютно так же, как и все другие аукционы. С другой стороны, здесь у нас есть небольшие, ну, то есть разные, да, то есть маленькие моменты. Какие? То есть, ну, во-первых, начальная цена продажи определяется продавцом в размере рыночной стоимости, то есть по отчету оценщика. Она может быть, еще раз повторюсь, выше и может быть ниже, да. Величина повышения начальной цены устанавливается в любой фиксированной сумме, но не более 5%. Если у нас приватизация 5%, земельных 3%, то здесь не более 5%. Это нам нужно всего лишь для наших расчетов, чтобы разрабатывать стратегии по участию. И тоже такой важный момент. Имущество продается в том виде, в каком оно есть. И проданное имущество обмену и возврату не подлежит. То есть оценщик от вас ничего скрывать не будет. Организатор торгов также ничего скрывать от вас не будет. Имущество, которое реализуется на аукционе. То есть, если в приватизации у нас идет аукцион, публичное предложение, торги без объявления цены, да, то есть у нас всего три способа реализации одного и того же имущества, то здесь у нас идет каким образом? Аукцион.
Аукцион идет в течение 10 дней. Если в течение 10 дней никто не подает заявку, то будет назначен повторный аукцион. Повторный аукцион будет со снижением на 30%. Если на 30%, когда было снижение в течение 10 дней, никто также не подает заявку, дальше имущество снижают уже на 60% по цене. В течение 10 дней принимают заявки. Если никто со скидкой в 60% не забрал, то в этом случае торги у нас будут признаны также несостоявшимися, и имущество будет еще снижено на 30%, итого у нас скидка будет 90% на имущество. Да, то есть, и если на 90% никто не забрал на аукционе это имущество, то в этом случае что происходит? Имущество просто подлежит уничтожению. Имущество просто подлежит уничтожению, да, то есть, но это не во всех случаях, в большинстве случаев оно подлежит уничтожению, либо переработке. Но очень часто мы можем встретить, что имущество будет повторно выставляться на торги по оценке, да, то есть, ну, пока это, скажем так, не сильно отслеживается. Итак, имущество 10 тысяч рублей у нас реализуется только в форме аукциона и со снижением цены 30, 60 и 90%. Это все фиксировано, да, то есть, рыночная оценка, потом на 30%, потом на 60% и потом на 90% от рынка идет снижение цены. То есть это что касается аукциона. Дальше. В случае, если поступила только одна заявка, да, то есть человек подал заявку на участие, его признали претендентом, то в этом случае что у нас происходит? То есть в этом случае у нас происходит такой момент, да, то есть в случае, если поступила одна заявка, аукцион признается несостоявшимся, то есть, ну, это понятно, его самого-то поднятия цены же не было, и победителем признается участник, предложивший, скажем так, наивысшую цену. И с единственным участником здесь также заключается договор. При уклонении или отказе победителя от аукциона, от заключения договора купли-продажи или при неоплате, задаток ему не возвращается, и ключевое слово «результаты» аннулируется продавцом. То есть, если победитель отказался, результаты аннулируются. Пока других изменений у нас здесь нет, и они у нас аннулируются. В этом случае со вторым участником заключение договора, ну, понятно, если результат аннулирован, то запрещено. Дальше, по результатам аукциона. Продавец и победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15. Со дня проведения итогов аукциона заключает договор купли-продажи имущества в электронной форме. Возможно, не электронно, просто по почте России, это уточнять у организатора торгов, либо просто по электронной почте. И оплата покупателям приобретаемого имущества в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. То есть здесь такой интересный момент. Дальше. Ключевой такой момент тоже. Задаток на аукционе составляет 10%. То есть у нас здесь регламентирован, и он составляет 10%. Имущество стоимостью до 10 тысяч рублей, это наше, это самое с вами идет, прямая продажа. Осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации первым, то есть по фиксированной цене. Если торги признаны несостоявшимися, то имущество в течение 10 дней подлежит направлению на уничтожение, ну, либо на переработку. Оплата приобретаемого имущества производится в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Отказ или уклонение покупателя от заключения договора купли-продажи признаются отказом покупателя от приобретения имущества. При наступлении указанных обстоятельств продавец вправе заключить договор купли-продажи с претендентом вторым по времени, подавшим заявку на участие. Да, то есть если в аукционе у нас торги аннулировались, то в прямой продаже у нас продавец вправе заключить со вторым участником. Ну, если вы понимаете, что тогда и с третьим, и с четвертым также могут заключить договор. При уклонении или отказе победителя от аукциона от заключения договора купли-продажи задаток не возвращается. То есть я думаю, что это понятно. А в целом у нас такой сегодня прям вот небольшой коротенький урок. Но у нас очень интересное будет домашнее задание. В домашнем задании что вам необходимо будет сделать? Во-первых, заполнить таблицу помогайку, прикрепить ее, да, то есть в Бизоне, я ее скачаю и проверю. То есть это то, что нужно исключительно вам. И второе, что вам необходимо будет сделать, поучаствовать в прямой продаже. А как это делать, смотрите в следующем видео.